С помощью произвольных линий на бумаге можно разглядеть наяву подсознательные образы и определить эмоциональные проблемы человека. О том, как это сделать, рассказала химчанам Светлана Меньшикова во время мастер-класса по арт-терапии. Суть метода – с помощью взаимосвязи между ручной моторикой человека и его психикой выявить состояние души и тела. Сама же терапия позволяет человеку раскрыть свои творческие способности. То есть закрытыми глазами в течение 45-60 секунд неотрывистую линию проводим, стараемся заполнить полностью наш лист бумаги, не отрывая. То есть стараемся линии делать сложные геометрически. Куда пошла рука, куда линии мы делаем осознанно. Терапевты, как их называют, да, они советуют 21 рисунок сделать в течение 2-3 недель. То есть это идет коррекция, то есть какие-то проблемы, и вот с помощью этих рисунков мы это корректируем. Мастер-класс по арт-терапии – это одна из сотен других тематических встреч, которые регулярно проходят в Химках. Посещать их может любой житель городского округа. Подробную информацию о дате и времени можно найти на страницах газеты «Химкинские новости», в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.